Порядка 189 миллионов рублей направят на финансирование новых мер поддержки Леспрома Тверской области. Такое решение было принято на заседании регионального правительства. Напомним, что на федеральном уровне уже принят комплекс решений по поддержке развития этой отрасли. В Верхневолжье с нынешнего года компаниям лесоперерабатывающего комплекса будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Речь идет о заимствованиях, которые были взяты на реализацию инвестпроектов по глубокой переработке древесины. Ключевыми условиями предоставления субсидий станет привлечение заемных средств не менее 200 миллионов рублей, отсутствие задолженностей, ежеквартальное предоставление субсидий. Планируется, что поддержка будет предоставляться исходя из ключевой ставки Центрального банка России на момент заключения соглашения.